Добрый день, господа. Меня зовут Максим. Приветствую всех на канале The Quiz. В продолжении ролика про ведение бизнеса в США и так называемый e-бизнес я хотел сказать очень важных пару слов про почту. Собственно говоря, от качества почтовой службы зависит успех или неуспех вашего интернет-бизнеса. Самый распространенный сервис в США – это USPS. За пределами этот сервис знают как EMS, но вот в пределах Америки это сайт usps.com. Чем хорош этот сервис? Вначале я не мог понять, что это реальность. Настолько все было хорошо. Вы можете, не уходя из своей собственной квартиры, даже если вы работаете самостоятельно вне каких-то сайтов, как eBay, там Amazon и другие, просто войти на, если вы частное лицо, зайти на сайт USPS и оформить свою посылку. Все, кто занимается продажами через Ландо, Молоток, Авито, из рук в руки и других ресурсов, знают, что основная проблема – это оформить свою посылку. То есть вы приходите на обычную советскую почту, вы ставите огромную-огромную очередь. Обычно, как правило, по закону подлости в этот день приходит много пенсионеров получить свою пенсию. Какая-то работа тогда невменяемая барышня, которая половину времени просто тормозит, а половину времени копается в носу пальцем, то есть вообще не догоняет, что от нее хотят. Все это крайне медленно, и вы фактически тратите, отправив одну посылку, 2 часа своего времени. В Америке все абсолютно не так. Вы можете заранее прийти на почту, взять вот такие вот бесплатные конвертики. Это вот такой вот конвертик называется Flat Rate Envelope. Это для небольших отправлений. Или вот такой вот конвертик. Это вот тоже flat rate. Вот, но он уже как бы для каких-то вот вложений. Конвертик кажется как будто бы маленький. На самом деле он сделан по современным технологиям. Это не совсем бумага, это композитный полимерный материал. И разорвать его крайне сложно. Я пытался сделать тесты, когда выбирал для себя способ упаковки своих заказов, и обнаружил, что вот этот материал, он, кстати, разработан компанией DuPont, настолько совершенная вещь, что у меня нет никаких слов. Хотя выглядит как обычная бумага, хотя видно, что какие-то волокна, то есть это очень сложная технология. Вот. Также вы можете взять коробочки и все-все-все. Вот для таких вот отправлений по Priority Mail, эти вот все эти материалы, они бесплатно. То есть вы зашли на любую почту, взяли вот столько, сколько вам надо, и цена уже включена в стоимость доставки. Соответственно, очень удобные гибкие тарифы. А дальше вы заходите на сайт USPS, и вы можете оформить любой груз, любую посылочку, даже если вы частное лицо. Для этого вам всего лишь нужно иметь цифровые весы, чтобы взвесить точности до унций, и рулеточку, чтобы обмерить ваш, соответственно, груз. Тоже винчик. Я обычно использую двойную линейку, тут у меня и дюймы, и сантиметры. Соответственно, и весы у меня тоже подключаются чисто для контроля. Вот. И все. Дальше вы зашли на сайт, ввели параметры своей посылки, ввели вес, ввели размеры и указали, собственно говоря, откуда куда. Если вы отправляете по США, вы просто указываете, из какой точки вы отправляете. Как правило, в интернете ваши данные сохраняются в автоматическом заполнении формы. Указывайте свой zip-код и указывайте zip-код получателя. Все, дальше система автоматически рассчитывает вам стоимость доставки, предлагает на выбор любой из вариантов, каким способом вы хотите доставить. Все тарифы, они на сайте есть, все прозрачно, все очень быстро. Все, дальше вы, если вы сделали оформление заказа у себя, не выходя из дома, вам нужен принтер, лазерный, цветной, все равно что. Вы распечатываете наклейку со штрих-кодом, упаковываете свой груз, вот, лепите наклеечку, завернули. Пришли на почту, без очереди положили все свои конверты. У вас может быть их 1, 2, 10, 20, все равно сколько. Без очереди подошли, выложили все это на стенд, сказали спасибо и вышли на улицу. Все. На визит в почту у меня времени для обработки заказов занимает меньше 30 секунд. Я не стою ни в какой очереди. Все. Я все делаю, не выходя из дома. Как вы понимаете, экономится бездна времени. То есть я, если оформляю свои заказы какие-то в интернет, я все это делаю дома. Все это тоже делается быстро, я не торможу, потому что с компьютером умею работать. И все замечательно. Естественно, кроме USPS есть и другие почтовые сервисы. Просто USPS, он самый распространенный. До меня доехать вот до почты, это приблизительно 5 минут времени на машине. Я уже знаю часы работы. Поработав уже полгода с доставкой, я уже в голове знаю даже все свои тарифы. То есть куда, что и как. Приблизительно уже могу оценить и прикинуть, что получается. То есть это очень легко запомнить на самом деле. Опять же, есть еще неплохая такая служба, как UPS.
Это для крупногабаритных грузов очень выгодно. UPS Ground, она тоже очень распространена по Америке. Опять же, есть FedEx, есть DHL, но это уже более дорогие доставки. Там тарифы где-то может быть лучше, где-то хуже. Еще можно оформить подписку, если вы занимаетесь бизнесными отправками, вам дается дисконт. Вот, соответственно. Но сам факт, что это очень удобно. Здесь решен этот вопрос. Все, вы можете начать бизнес, вы можете направлять свои вещи куда угодно по миру. Там, чем угодно заниматься, вы можете там продавать, покупать какие-то запчасти на eBay, отправлять в Россию, там, продавать какие-то гаджеты по Америке, там, отправлять в Шри-Ланку, в Индию, куда угодно, нет проблем, понимаете? Нет такого геморроя с почтой, как у нас, когда вам нужно заполнить 33 там, бумажки, выставить очередь и, блин, еще проблема, чтобы это еще все отправить. Вот. Значит, хочу напомнить для подписчиков канала и для тех, кто впервые смотрит мои ролики. На канале идет конкурс розыгрыш лотереи электронной сигареты. Посмотрите, пожалуйста, в прошлых роликах условия конкурса. Времени у вас еще есть месяц, вы можете зарегистрироваться и выиграть электронные сигареты. Значит, дальше вас в течение ближайших 2 недель ждет обновленный канал. Я сейчас буду серьезно менять дизайн. Я тут подумал, вот, я уже это анонсировал. Вот. Ну и, собственно говоря, я жду от вас пожелания на видеосюжет. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вот, пожалуйста, задавайте. Сразу говорю, у меня времени не так много, но по мере своих возможностей я постараюсь на все вопросы ответить. Удачи, хорошего дня, подписывайтесь на мой канал и, соответственно, можете порекомендовать его своим знакомым через социальные сети. Спасибо!